Противодействие фальсификации истории России обсудили сегодня на заседании Совета ветеранов. В нем приняли участие представители ярославских вузов, департамента образования и общественники. В последнее время, по мнению собравшихся, все чаще можно наблюдать попытки подмены и намеренного искажения исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Ветераны обсудили необходимость противостоять такому отношению к родной истории. Были определены основные направления данной работы. Слишком много появляется ненужных, вообще враждебных вбросов, которые фальсифицируют историю войны. Мы слышали и о 28 панфиловцах, о том, что якобы этого подвига не было, хотя есть документальные источники, подтверждающие это. Появились некие инсинуации в отношении Зои Космодемьянской.